Гончарный мастер-класс в Суздале – это возможность в буквальном смысле прикоснуться к древнему ремеслу. Немного теории, а потом практика. Вы почувствуете, что глина достаточно твердый материал, и вместе с тем она очень гибкая и податливая. Ой, я уже все. Под руководством опытного гончара уже через несколько минут вы сможете изготовить свой первый шедевр из глины. Так, сейчас смотрите, ладошки убираем. Так. Самая белая посуда сделанная, да? Это говорит о том, что судя все наладные вверху. Да. Вот так. Забавно? А попробуйте и вы сделать нечто подобное. Нет, эту тарелку я точно домой возьму.